На тысячи пошел счет водителей, которые за двухгодичный срок действия новых поправок в законодательстве повторно в течение года попались за рулем под шофе. Расплата оказалась горькой. Многомиллионные штрафы, уголовная ответственность и изъятие автомобиля или другого средства передвижения. Только за 2014 год в стране было конфисковано 2026 единиц техники. Реализация ее в пользу государства принесла немалые деньги. К примеру, в прошлом году на аукционах в Минске, Бресте и Гродно было продано 927 конфискованных транспортных средств на сумму 59 миллиардов 780 миллионов рублей. В валютном эквиваленте это без малого 6 миллионов долларов. В Пинске и Пинском районе счет изъятых авто идет на десятки. В прошлом году более 20 владельцев лишилось своих железных коней и в большинстве случаев опустошили свои кошельки на несколько десятков миллионов рублей. Сотрудники ГАИ продолжают напоминать автомобилистам о серьезных взысканиях. Даже если они первый раз были задержаны за управление машиной, мотоциклом или скутером под мухой, транспортное средство в этом случае также изымают, но на время. На него накладывается арест в целях обеспечения административного процесса, потому что за данную статью предусматриваются немалые санкции от 50 до 100 базовых. Посчитайте, на сегодняшний день это 9-18 миллионов и лишение права управления на 3 года. С начала нынешнего года, рассказал Александр Антонович, на территории Пинска было выявлено около 170 нетрезвых водителей, в том числе женщин. В ряде случаев госавтоинспекторам приходилось преследовать нарушителей, которые шли и на сопротивление, и на отказ от медицинского освидетельствования. Кое-кто употреблял алкоголь после совершения ДТП или задержания, и ответа за эти проступки, естественно, не избежал. Нетрезвым водителям статья предусматривает как управление в состоянии опьянения, неважно алкогольного, наркотического, так и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. То есть если человеку предлагается проехать в наркологический диспансер для прохождения освидетельствования, и он отказывается это сделать, это приравнивается к управлению в состоянии опьянения. То есть статья одна и та же, человек несет ответственность одну и ту же. Из 170 фактов управления авто в состоянии алкогольного опьянения в 14 случаях стражи дорог задерживали нетрезвых водителей повторно. Около десятка из них уже расстались со своим имуществом на колесах. Остальные дела на рассмотрении. Людям есть что терять. Поэтому уже начинают задумываться об этом, что все-таки если сев за руль, нет, лучше вызвать такси. Или попросить там товарища, или если у супруги есть водительское удостоверение. Есть услуга «Довезем домой», или как она сейчас называется, не знаю, таксисты могут приезжать с водителем, который просто забирает ваш автомобиль и довозит домой. Посчитайте, что дешевле. Сел за руль нетрезвым, стал потенциальным убийцей. Такую, наверное, главную аксиому в борьбе за трезвую езду должен знать каждый автовладелец. Ведь если деньги и машина остаются делом наживным, то человеческая жизнь, отнятая по вине пьяного водителя, никогда.